Желание взлететь, покорить небо, ощутить свободу, легкость, которую испытывают птицы. Идеальное воплощение, легкая управляемость. Чудо инженерной мысли, гениальный план. Осуществить мечту, исследовать новые миры, новые возможности и бесконечные ресурсы. Все это возможно в Лего Фортнайт. Но каждый полет заканчивается. Айо, народ! Приветствую вас всех на канале Базука. Это гайд, как построить летательный аппарат Fortnite Lego. Lego Fortnite. Итак, первое, что нам нужно, это динамическая платформа. Ставим ее вот сюда. Второе, что нам нужно, это нужно достать фундамент. Вот такой размер 4×16 и на 2. Ставим его точно так же, как делаю я на видео, прямо по центру этой платформы. Далее нам нужны будут деревянные заборчики. Выбираем точно такие же, как выбираю я. Размер их 1 на 8 и на 6. Устанавливаем точно так же, как на видосе. Делаем абсолютно, ребята, все то же самое, что делаю я. Теперь нам нужны деревянные фундамент размером 4 на 4 и на 8. Устанавливаем их противоположно друг другу с двух сторон. Далее берем фундамент такой же, который мы уже брали, 4 на 16 и на 2. Устанавливаем его сверху. Следующим действием устанавливаем переключатели. Два из них мы устанавливаем на фундаменты, которые мы только что установили, и один из них на фундамент, который лежит на подвижной платформе. Если переключатель у вас не ставится на фундамент, тогда просто толкните платформу. Теперь достаточно толкнуть еще раз платформу и разбить наши фундаменты. Если фундаменты легли неровно, попробуйте толкните пару раз еще платформу, чтобы они встали ровно. Устанавливаем малые двигатели. Таким образом, чтобы каждый двигатель присоединялся к своему фундаменту. Три фундамента, три двигателя. Далее мы берем дощатый пол. Тонкий, японский или какой вам нравится, и устанавливаем точно так же, как у меня на видео. Теперь все, что остается нам сделать, это поставить воздушные шары. Ставить их нужно будет по диагонали, чтобы взлет происходил равномерно. Также на эту платформу можно установить ящики и из одного региона перетаскивать в другой. Ребята, всем спасибо за внимание. Это был гайд
как построить летательный аппарат в Лего Фортнайт. Спасибо всем за внимание. С вами был канал Базука. Всем пока. До скорых встреч.